Другим темам. Подготовку к новому учебному году обсудил Дмитрий Медведев с исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. По словам Глеба Никитина, в регионе активно реализуется программа по капитальному ремонту школьных зданий. Более 100 из них уже удалось привести в порядок. Решаются вопросы с местами в детских садах. Глава правительства поинтересовался, как продвигается строительство новых зданий. Ввод новых учебных заведений, как школьных, так и дошкольных, как обстоят дела в Нижегородской области. 327 тысяч примерно детишек у нас готовы начать учебу, чем мы реально сейчас занимаемся. Это сокращение обучающихся во вторую смену, потому что действительно пока такая доля учащихся есть. В этом году мы вводим 4 новые школы. Школа – это хорошо, но есть пришкольное пространство, есть сады, есть скверы, парки. Просто придомовые территории. Как с этим делать? Около 600 фасадов приведены в нормативное состояние. Сейчас это уже где-то около 1100. То есть постоянно идет работа с еженедельным отчетом.